Вернувшись в конце 1490-х годов в Нюрнберг и ощущая себя вполне сложившимся мастером, Дюрер открыл собственную мастерскую. Время между тем наступило тревожное и уж точно мало подходящее для становления нового бизнеса. Близился конец века, и апокалиптические знамения множились день ото дня. Сначала после сильной засухи на близлежащих к Нюрнбергу землях начался мор, обезумевшие от голода, нищеты и болезней, чумы и сифилиса крестьяне бросали жилье и уходили бродяжничать, нападали на помещичьи усадьбы, вливались чуждые и страшные лавины в города. На пороге была реформация, эпоха религиозных войн, а в небе Дюрер своими глазами видел комету. И вот тут с Дюрером случился настоящий инсайт, некое мистическое просветление, когда с неизбежностью понимаешь, что должен делать дальше. Глубоко и страстно религиозный, Дюрер много раз перечитывал Откровение Иоанна Богослова и понял, это именно то, что он должен изображать прямо сейчас. Конец света и страшный суд, четыре всадника апокалипсиса и звезда Полы, жена, облеченная в солнце и глотающая книгу Иова, видение семи светильников и архангел, бьющийся с драконом. 16 гравюр на дереве большого формата, на обороте каждой из которых разместится стих из Апокалипсиса. Дюрер работал над ними очень быстро, с полным ощущением, что его ведет невидимая рука. Вырезанные лучшими резчиками, отпечатанные в типографии Кобергера листы Апокалипсиса, в ярмарочные дни продавали Барбара и Агнеса Дюрер, мать и жена художника. Невротизированные приближающимся к концу света горожане раскупили их мгновенно. Торговцы везли за границу листы Апокалипсиса как самый ходовой товар. Со стороны автора это было попадание в десятку. Настоящий, как сказали бы сейчас, хайп. Гравюра явления Иоанну Христа и сути семи церквей – иллюстрация к первой главе книги Откровения Иоанна Богослова. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников. Посреди светильников сидит Христос на радуге, его ниспадающие одежды подпоясаны золотым поясом. Волосы на его голове, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И лице его, как солнце, сияющее силе своей. Из уст его выходит обоюдоострый меч. И Иоанн падает к ногам его. Христос приказывает ему записать все то, что он увидит, и разъясняет тайну семи звезд в правой руке своей и семи светильников. Семь звезд – суть ангелы семи малоазиатских церквей в Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. А семь светильников – суть семь церквей. Альбрехт Дюрер создавал свои шедевры апокалипсиса в эпоху культурного подъема Северного Ренессанса. В это время в его родном городе Нюрнберге граждане обсуждали вопросы науки и искусства. Лучший друг Дюрера как раз тогда переводил апокалипсис с латыни на немецкий. В обществе царило недовольство инквизицией, индульгенциями, непомерно разбогатевшей католической церковью. К тому же это были времена бесконечных вспышек и эпидемий чумы, междоусобиц, ладграфских войн. Поэтому ощущение приближения конца света, а он и есть апокалипсис, было понятно каждому. В гравюре использовали символы, которым следовали в алтарной живописи и книжной миниатюре ксилографии, настенной живописи. И это было понятно современникам великого немецкого художника. А мы обратимся к комментариям, которые нашли в статье Павла Котова. Он пишет. Апостол видит перед собой Творца, держащего в руки запечатанную книгу судеб.
В другой руке у Пантократора 7 звезд, которые символизируют ангелов-покровителей 7 самых крупных из первых христианских общин – Эфесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии, Лаодикии. Сами же общины символизируют 7 светильников. Из уст Творца выходит меч – символ божественного слова.